Всем привет, друзья! С вами Косил Драйвер 51 Рус и Злой Слон Пашка. Всем привет! Привет, Пашка! Сегодня мы будем искупление проходить в Far Cry. Да, последняя глава у нас. Будем добивать пиратов. Наркоманов пиратов будем долбить. Задрали листочки, да, какие? Да. Сейчас мы им все листочки-то сожгем там. Подожди-ка ты, гвоздика. Да, давай лучше свалим. Да вот не хлопка, блин, в самом начале еще было. Разобравшись с пиратами, мы поможем деревне сегодня. Но это не навсегда. Благие дела не откупятся. Ганди прокатило. Нахрен Ганди. Нахрен Ганди, эй, короче. Я стал копом не потому, что ложка варенья превращает говно в десерт. Ложка варенья говно в десерт. У них же семьи. Нельзя так. Нельзя так, короче. Какие же вы сопляжуи. Что-то слышь, что-то какой-то другой текст. Да? Ага. Ладно. Замочим гондонов. А этот, по-моему, также и остался со своим текстом. Со своим текстом, как говорится. Добродетель, парень, добродетель. Так, все, ну что, я готов. Так, я что? Я возьму-ка тоже снайпу, хочу что-то со снайпом пострелять. Хочешь кому-нибудь стрельнуть в голову? Да, давай. Будем издалека, издалека мы. Потом устроили плантацию. А у тебя глушак есть, нету? Нету. Нету. Вы все сможете изменить при помощи огня. Уничтожьте плотину и плантацию. Так, сейчас. Когда вернетесь, всех. Вам будет ждать лодка. Пора, народ! Пора. Еще немного и все позади. О, вижу одного. Нет. Сейчас побегу, сволочи. Неа. А, он за доску зашел, я думал, через дошку прошью. О, есть один в домике там прямо. Один к нам. О, бежит уже. Хлопец какой-то. Вот, еще один. Так, один лежит. Ты где? Кого ты уже набананил там? Да он голову высунул, посмотреть, я ему в глаз попал. В глаз. Ой-ой-ой, побежали. Да, у них не прокатит. Оп, еще одного. Не прокатит у них там. Что там кто-то кряхтит там, слушай. Блин, промазал, из домика выбежал. Я видел, ага. Вот за камнем где-то он там. К нам идет. О, блин, я перезаряжаюсь. Да, все. Что, есть? Стоп. Да. Приложу уже. Ну, я думаю, наверное, все уже, кирдос там больше, наверное, никого. Пойдем, может, калаш скинем. Да, точно, надо калаш. Пойдем дальше. Блин, есть один, Паша. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нету. Нету калаша. Сейчас у этого, может, остался. Слушай. Остальное свой потоп от плотины. Только дробашина. Дробаш я вот его успел нарезать и все. Блин, а я ничего не успел нарезать. Ну ладно. О, он хотя бы дробаш где-нибудь нарезать. Сейчас смотри, они сейчас тут пойдут где-то сразу. Не знаю где, но где-то прям должны на тебя сейчас выходить. Сразу там их двое, трое, по-моему. Вообще никого нет. Должны. Они обычно уже. Вон они. Вот, я тебе что и говорю. Я ему выключил батарейки. Это о, сейчас. Пойду. О, слушай, туда не беги, сейчас их тут будет много. Калаш, я взял калаш, тут еще. Блин, в бронике что ли, зараза. Прошел он куда-то, слушай, он там нас не обойдет. Все в укрытие, снайпер! Ох, я тебе там не воткнул. Так, этот. Оба, есть. Снайпер где-то. Да, он тут вот, я знаю, где он на вышке сидит там, сволочь. Хватит страдать, верня! Уже я заряжаю! Уже не сидит. Я вот только выцелил. Сейчас вот второй еще тут где-то. Где, ну вон он. Возьмем его! Готов!
Ох ты, успел его, да? Нужно найти склад и я там только приметил его. Так. Эй, здесь снайпер, аккуратнее! Вижу. Снайпер. Нету снайпера. Вот нам будет сложно вот тут, если я так с дробашом не управлюсь, наверное. Так, давай сейчас ты стой там, а я сейчас выбегу и обратно убегу. Давай, я позицию пока займу. Все, я побежал обратно. Бегу, 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 бляха, муха. О, слушай, а этот-то откуда? Кандибобер. Да, он был. Прячьтесь, я попал в него. Я в укрытие, снайпер! Все, лег он. Заряжаю! Здоровяк. Ох, ух, там кто-то за орудие собрался вставать. Это еще одного нарезал. Ну тут их много должно быть, так что нам сейчас нельзя тоже. Опять снайпер, ё-моё. Блин, снайпера промазал. Я взял его. Ну, попал. Ты как-то слишком близко к ним под это подкрался. Нормально. Опять снайпер, сейчас я его. А, взял его нормас. Кто где? Давай не тут. Ты отходи назад, Паша. Ай-яй-яй, он там с пулеметом, за пулемет сел. Я вижу, сейчас я его возьму. Есть. Так, есть, нормально взял его. О, один пулемет. Нормал. Нормас. Вот. Вижу одного. Сейчас мы тут их. О, там у тебя двое, слушай, там двое, Паша. Двое. Уже. Так. Все, еще где-то. Нет. Еще один где-то у вышки там шарахался. Слева. Вон, справа бежит. Вижу его. Ага. Взял? Да. Где-то еще есть. Есть. Вон вдалеке вижу. Вон он. Выжил? Да, живой. Уже там нет. Двое. Нет, там он. Там еще один где-то. Али, ты дальнего снял, что ли? Возле пулемета, возле правого, короче, должен быть. Он спрятался, я не знаю, убил ты его, не убил. Не, я тебя справа там прикрыл. Ох, там два и вдалеке бегут. Два. Эх, блин, ах, и я выше головы взял. Это в голову не попал. Есть, нарезали нормас. Перезарядиться надо. Сбегать. Давай, прикрой, я сбегаю, автоматик нарою где. Давай. Ой, Паша. Ой, спасибо. Ладно. Посмотрим, что там. Слева два. Да ты че, еб... Тебе конец! Фига, ты его зарезал, что ли? Да пришлось, блин. Слушай, автомат, пока его резал, автомат... Блин, неужели потерял? Слушай, тут еще один где-то есть. Упырь. Кряхтит что-то где-то тут. Прям сарайка где-то. Сейчас я заряжусь. Ты где, упырь? А что, может, маленько пройдем вперед? Это неплохо, должен признать. Где он есть этот говно? Нашел его, да? Да. Блин, у него тоже дробаш, ядрен батон. Не прокатило с автоматом, слушай. Так. О, это ты? Да. Напужал. Джедай вот этот. Сразу. Да. Так сейчас они пойдут, а нам куда мы спрячемся-то, блин? Мы сейчас не успеем никуда слиться. Да где-нибудь-то спрячемся, что уже, не знаю, где место. Сейчас они как пойдут, а они пойдут конкретно. Назад отступим маленько, да и все. У нас прокатит.
А чё нет? Всё, патроны бери. Да я взял уже, и гранаты взял, и патроны. Что тут на второй этаж можно зайти? Пошли на второй этаж. Глянем, что там вообще есть. Тут на... Тут ни разу не было. О, это шприц есть. О, не зря зашли. Не зря. Ну и сейчас больше ничего нет. Ну так, а может уже никто не придет? Мы, может, всех уже грохнуть? А все, нам дальше идти, да, уже точку дальше показываю. Блин, ну да, как бы... Ты нарезал автоматик, да? Да. Видишь, в самом начале там успел. Я с этой пукалкой. Ой-ой-ой. Так, тут надо винторез. Ах-ах-ах! Сейчас нормально. Он вполне мертв. Заряжаю! Как-то, блин... Где тут, ё-моё? Ты куда, лошара, побежал, а? Вот так. Нашел калашник. Вот тут еще один валяется. Магазин пустой. У нас то пусто, то густо. Да не говори. Все, блин. Никак. Тут же нету ничего, да, по-моему, мы тут транзитом, да, транзитом проходим все. Всего пару человек. Возьми одну из... А, о, лук, лук. Лук сейчас будет. Сейчас посмотрим, что тут будет. Пью, пью. Как я тут не разберусь с этим, блин, луком. На 50 метров беды и все. Как раз будешь попадать. Тут еще в зависимости, насколько ты оттягиваешь его, походу. Да. Ну, я всегда до конца стою. Я так сука научусь стрелять. Ну. Как мы их разбомбили, что-то. О, чувак улетел, да? Космонавт прям. Парень космонавт, блин. Парашют надо ему выдать. Парень космонавт. Ну нормально что. Еще бы что-нибудь. Ух, я еще со свинтаря успел. Со свинтаря еще успел садить. Правда, ни в кого, так просто, но надо было кого-нибудь. Так, все, калаш забрали. Опять? Ну что ты будешь делать? Ты посмотри, что за люди, да? Какие-то. Криминальные авторитеты какие-то отжимают у нас оружие все время. Ой-ой-ой. Геройский парень погиб. Я надыбал автомат. Я тоже. Патроны где-то рядом. Вот-вот у меня. Только... Вот. Ой! Заряжаю!
ждать, где вышли двое. Где этот лошара? Есть! Я приду за тобой! Да ты откуда-то взялся-то, а? Слушай. С молотовым. А, да, выбежал на тебя. Парень с бутылкой. А, вон он догорел, все нормально. Ну, будем взрывать плотину или как? Конечно, давай взорвем. Так, ну чё, сейчас так же в воротах, наверное, там встанем, да? Ну да, сейчас поначалу. И будем их заманивать, будем отстреливать, как собак бешеных. Пусть они возьмем у нас... бомбы и взорвем плотину! Ага. Со снайпером такое интереснее сейчас будет. Да, сейчас мы тут их пощёлкаем. Ох, там их куча! Муравейник. Снайпер лёг. Бегут. Бегут, Диман, бегут. Сейчас слева, вот снизу слева от камня должны пойти. Вот они. Ай-яй-яй. Я тебе, по-моему, голову задану, а не ему. Я маленько выйду, а то мешаемся. Там смотри, чтоб они справа не потерли. Ох, ё-моё, это как так-то? Паша, спасай! Кто ты меня? Да ладно, даже ничего не говорили, что летит. Ну спасибо. Спасибо, спас. Нифига не воткнули-то жестко, да, слушай. Воткнули вообще нормально. Еще гранату кинул. Да что-то не летит вроде. Ой-ой-ой. Ах ты, вот он, козлина. На-ка в голову получи. Расколем твой грецкий орех. Ну все, вроде тихо. Да справа должны вторая волна попереть. Мы просто, видно, не выходили еще. А, давай так, я побегаю кстати. И убегу. Ого! Давай бегом, бегом назад, назад, к воротам. Паша. Бегу, что ли? Нет, ну я так. Для шухера. Надо до этой, надо до точки дойти. Я тогда побегу. Все, уже бегу. Кто-то бежит уже, Паша, за мной. Слушай, забирайся наверх. Бросай ты эту шкатулку музыкальную. Я вообще это несу. Блин, тут кнопка эта. Блин. Одну принес. Где, как забраться-то? Блин, они ничего не забраться. Там слушай. Снайпер, спрячь свою башку. Где-то снайпер. О. Я винтарик-то его возьму. Попробую с него пострелять. Ой, там пошел где-то. Вон снайпера вижу. Ах, тут собака выжил. Прошел, да? Ага. Недалеко. Прошел, но недалеко. Ты можешь. Он еще снайпер. Он где-то вот тут вот за камнем, где веревка, видишь, сверху спускается. Да-да-да, я уже выцеливаю. Вот он, вот он, вот он. Вот он. Все, нету его. Сейчас, слушай, слева... Блин, нифига он забрался, а! Все. Поверху прям прошел слева. Ой-ой-ой. Да ё-моё, все. Что это было? Они поверху проходят, гады. Заряжаю! Ну это я знаю, что они там. Снайпер, убейте его! Что, кажется, завалил. У тебя не шанса! Поймай! Тихану начинаешь молять. Так, слева где-то, во. Побежишь ты к пушке, ты уже прибежал, парень.
Сейчас я реально психану. Снайпер где-то тут. Тут где-то снайпер, Паша. Вот он, наверху. Ман, меня убили. Сейчас я бежу. Не плачь так громко. Идет, зараза. Кто, железный дровосек? Не-не-не. Такой обычный дровосек. А железный ты тоже, по-моему, должен прийти, нет? Да. Слушай, патроны, шприцы, бери, Паша. У меня все есть. Я нашел шприцы, они нам пригодятся. Тогда ладно, потащу я ящик. Смотрите в оба! Давай, тащи, я прикрываю. Так. Бегут, вон два. А ты ни одной не положил, вот, да? Одну положил. Блин, все. Че, я пока брошу. Куда, как бросить-то, блин? Поближе хотя бы бросил. Да я тут прямо и бросил. Где он? Еще бы на разик, блин! Пулемет перегрелся. Добей его, Паша, он уже почти дошел. Все, готов. Я тебя не боюсь, хотел. Почти не считается. Кто еще откуда? Ах ты сволочь. Где эта сволочь? Так, заряжаемся. Ого, это что это было, Паша? Интернет гранатами кидаются. Нифига не тут сверху. Прикройте меня оглушили, контузили. Я потащил, Паша, давай. Вот он. Ну-ка, сделай его. Прикрываю. Все. Я сейчас дальнюю сначала кину, потом среднюю. Надо было сразу дальнюю тащить, чтобы проще было. Бегу. Все тихо. Да, наверное, что все тихо. Да, наверное, уже никто не придет, я так понимаю. Не понял. Мало ли. Я не могу взять бомбу, слышь. Почему? А вот, взял. У меня руки заняты. У меня руки заняты, короче, я пошел. Тарам-пам-пам-пам, парарам. Ну нет, пока никого. Не уронить бы только. Да, наверное, уже никто не придет, я так понимаю. Мы, наверное, всех уже завалили. Все. Ты что там? Просто банзай! Прикольный пулеметик, нравится. Заряд есть! Чего мы ждем? За патронами. Где? Ай, не успел. Я добежал. Добежал, но не успел. Да, вообще. Остас. Беги, Лола, беги. Так, чё? Ты так, где? Вот сейчас только рано нельзя прыгать. Этот раз прыгнул. Побежали? Нет. Поздно, я улетел уже. Все, я на месте, нормально. Да, я тоже на месте. Так, тут гранатометчиков, там главное не протабанить этих слева, которые. И все. Так. Автомат-то чё? Есть. Сразу перезарядиться, взять побольше. Не о чем беспокоиться. Сейчас, парни. Блин, промазал куда, что такое? Сюда хочу удобно, она многозарядная. О. Ой. Это я залез. Все, я убрал его. Я заряжаю. Чувак тут, по-моему, лицом стоит на коленях в этом
в камень. Вообще так жесть. Геройски погиб парень. Вон, смотри. Где? Во, вот это. Нет, у меня лежит, у меня лежит. А у меня прям мордой стоит, вот так нифига так раскорячила. РПГ. РПГ. Вон он. Блин. Чутка опередил. О, бегут, бегут, Паша. Пошли, 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 парни, пошли. Выжил гад. РПГ, РПГ. Все, убрал. Убрал РПГшник. Да. О, там еще впереди. Справа, по-моему, ты не снял его? Ой-ой-ой-ой, не ходи, не ходи, там двое там. Бросаю гранату. Тут, вот он. Ах ты, гад. Вали гранатометчика. Где он? Гранатометчик опять где-то. Вижу. Все, прибежал. Что только прицелился. Прибежал парень. Вот сейчас нам тут слева не протабани, не гранатометчики, они как-то откуда-то вылазят, непонятно откуда даже. Так, сейчас они пойдут. Так, пока никого не вижу. Иду. Вот сейчас. Сейчас должен гранатометчик нарисоваться. Калаш. Так, где гранатометчик? Что ты там нашел? Не знаю. Ничего не нашел, я говорю, калаш тут надо взять. Вон он. Есть он наверху, один точно есть наверху. Не убил, Паша. Убил одного. Второй-то где? Блин, где-то второй, кто, Паша, блин? Я его не вижу. Что за... У меня тут народу дофига, я вам не могу помочь. Да я вообще не въезжаю, где он. О, зарезал одного даже. Ох ты, вон он где-то там слева где-то. РПГ, убей его. Ах, вот он ты. Здравствуй, друг. Заряжаю. Ну да. Ох, он тебя хотел прикладом навернуть. Ну, замаханулся только такой. Ну, у него навряд ли получилось. Ну да. Че он там? Ох, калаш. Кто там вперед, что там за бонзай? Прям в ноздрю ему калаш. Пора заканчивать и побыстрее. Так, перезаряжайся. Так, чё мы где уже есть-то? Мы уже обратно идем. Снайпер, убейте его! Так, ой, тут снайперов будет сейчас дофига. Ну, всё, мы их. Какой-то сволочь. Эй, вот он. Здесь снайпер, аккуратнее. Нету снайпера, снял. Сам ты урод. Я его, блин, выцеливаю, как его нашел. Снайпер, убрал. Ах, промахнулся, ах, промахнулся я. А ему попало лысинку. Выстрел, заряжаю. Видишь, мы тоже вас видим.
Нифига, я одним выстрелом двоих прошил, прикинь. Вот это, да, пошли за патронами, за этими. Да, тут патроны. Патроны! Патроны, гранаты, все, что есть, все забираемся. О, слушай, у меня какая-то мина в руках. А что она тут делает? Не понял. Ну тут, в принципе, вообще мины есть. У меня гранаты-то, походу, я за место гранат, походу, взял мины. Или... Блин, откуда они? А я тоже, кстати, как-то доставал. Бойцу нужны лекарства. Я не знаю, как я ее доставал. Так, слушай, тут какое-то лекарство. А, это ты что ли укололся? Я думаю, что, блин, что-то не так. Что-то светится у тебя, думаю, шприцы что ли нашел. Подлечиться. Так, мы что, уходим дальше, да, на точку идем? Ну да, за точкой сейчас идем. Идем куда идем? Мы обратно двигаемся. Мы с пятачком. Такс. Ну тут все чисто пока. Ой, ты где? Ожидание. Да, все нормально. Ага. Ну все, я готов. Ты также с винторезом? Да, с винторезом пойду. Сейчас мы их окучим. Сейчас мы им свинца-то напихаем. Так, автомат-то что, где? F1. Это что такое было, F1? Опа, машина какая-то, слушай. Еду. Ой, ты чё-то... Промазал. Я тоже. Ой, промазал. Ой-ой-ой. Ой, опять промазал, слушай. Такая же фигня. Есть, а вот один. Один тоже. Ах, блин, не успел я. Там доли секунды. Ну, он стал падать, и все. Нормально так, машинка так вовремя шандарахнула, слушай. Блин, автомат. Бежал, наверное, это он. Автомат, Паша, есть? Крючок. Да, блин, о, есть. Нашел? Я почти на нуле. Уже. Yes. А я нет. Вот еще, о, вот еще автомат, вот автомат еще, Паша. Давай скорее. О. О. Ой, блин, пистолет взял. Так, вот патроны, Паш. Давай зарядим сейчас сразу. Перезарядиться опять. Патроны! А что ты, говорит, делал? Патроны подносил. Так, ну что, все, нам тут больше ничего, наверное, и не надо, да? Вроде, да. Вроде как бы ты все. Ну все. В путь! Тогда опять марш-бросок. Тогда да. Так, а здесь тут что у нас? Если я сюда залезу. О, нормально так залез, слушай. Ай, промахнулся, прикинь. Попал. Один попал. О, блин, я его только заметил. Ой, Паша, идут. Заряжаю. Сейчас, хлопцы, мол. Давай. Пулеметчика я снял. Где-то там снайпер, Диман. Светит. Глаза. Тачка едет. О-о-о, вообще отличненько, да? Видел, да, прям вообще, это. Да, сам себя там практически нарезал. Где этот снайпер? Тут где-то он? За сарайчиком один прячется. Что я имею в виду? Ну, нифига, вот чувак вышел. Снайпер что-то сидит там. Эй, здесь есть собрание! Потихоньку. Вопля! Ах, не попал я. Ай-яй-яй, промазал. Зарядка! Вот это снайпер. То есть поцарапал только. Так, этого не убил. Перезарядка. Вылазь, сволочь. Сидит же там за сараем. Стопудово. Поймаем его!
Давай, попробуй. Ух ты, откуда ты, блин, я ему прям в плечо успел ему воткнуть. Заряжаю! Плечо я ему успел подцепить его. Я тоже у него выстрелил. Потому что у него много дырок теперь. Перезарядка. Блин, вот эти в брониках, конечно, да? Надо в голову целиться. Броник сразу не убивает. Слышу, слышу. Блин, промазал. Будет очень больно. Офигеть, как их много, а? Да вообще. Я уже патроны. Да уже скоро кончится. Бежит. А, все, уже не бежит. Уже лежит. А, нифига, мы одному саданули вдвоем. У него прям голова отлетает, я прям в этот момент. И у меня палец нажимает, тоже выстрелил. Ах, ах, промахнулся. У меня там вся башка в дырочку. Так, слушай, патрон-то все, йог. Йог, да. Так, я же старин. Ну надо достреливать, что потом в ближний. Вау! Ты да, откуда? Нифига, прям голова такая в прицеле. Нежданная находка. Слушайте, они походу даже не собираются уже постановить. Блин, промазал, готов. Что мазать нельзя. Диман, сейчас тебя бы стрелять. А. Нормально так. Один патрон! Гранат. Ой-ой-ой, откуда? Да фиг узнал. А, вон он слева, за домиком. Ай-яй-яй, Паша, спасай. Сейчас. Иду. Давай. Все. А тут нету патронов-то сзади. Да? Нету. Зарядка 10 патронов осталось. Блин, да, у меня 7. Ах, не попал, я не попал, ты попал, молодец. Блин, промазал в этом. Все. Патроны кончаются. Тут справа где-то за камнем сразу, смотри. Все, готов. Все, последняя обойма. Сейчас мазать нельзя. Тут два броника остались. Блин, и промазал. Задал, что мазать нельзя. Сейчас мы его снимем. Все, иду в ближний. Пойдем в ближний, Диман, переключаться. Там справа, смотри, это должен быть снайпер. Да, есть, вон. Все, он снял его. Двое даже. Все, второго тоже снял. Обалдеть, они прут и прут, да что за фигня-то? Ну да, что-то тут. По навылазили, блин. Ну все, вон они патроны, Диман, по левому краю. Они просто не хотели опускать мост, пока не узнают, что вы идете. Так, перезарядиться надо. Офигеть, мы нашмаляли. Смотри, тут трупов сколько. Идет кто-то, Паша, тут. Еще идут. Собака. Диман, давай его вкрутим. Отхожу. Блин, я не успеваю зарядиться, ё-моё. А, собака, япона мама. Паша. Паша, меня собака завалила. Я с калаша чел завалил. Не, собака меня грызла, собака. Ну, вот из-за угла вот он валяется. Я прям видел, как он пострелял. И снайпер уже выскочил. Его вальнул его. Я в доме.
что вот этот ход надо держать. А, нет, они слева идут. Собака! Опять собака на меня попаша, собака! Сволочь, иди нахер! Блин, вообще хотела мне глаз откусить. Давайте, сволота! Ё-моё, её хрен убьёшь ещё. Так, я её мутузил, мутузил. Но патроны кончились, представляешь? Ну давайте поиграем теперь. Диман, за тобой, чувак. А я убью. Блин, гранаток не видал. А вон гранатки, кстати. Тут же рядом. Я не кидался. Я не такие. Урод с молотовым! Где? Ой, далеко. Он там. Все, я его поджег. Все, пошли. Сейчас я за профилактику сделаю. Как-то тихо тут. Подозрительно тихо, слушай. Да слева он вижу одного. Двое. Трое. Граната. Заряжаю! Ого, тут их пока. Дофига что-то. Надо убить. Я ж говорю, говорю, засада. Он бежит, 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 бежит. О, патроны пошли. Я заряжаю! Где? Вот прям у меня. Не, все, сейчас сяду на ящик и все. Ох ты, ё-моё, Паша. Заряжаю. Где-то тут они. Идут, идут, ещё идут. Ух, ё-моё, этот хрен идет железный, Паша, опять. Бросаем гранату. Швыряем гранату. Ещё где гранаты, где гранаты, где гранаты тут брали же, блин. Сейчас он выйдет. Идет, идет, Паша. Я готов, готов, я готов. Он в другую сторону, да, дядя. Дядя ушел в другую сторону, прикинь. Ё-моё. Что, гоняться за ним. Давай гранаты хоть, может, поищем, может, честно, возьмем что. Он пошел туда налево. О, идет обратно. А мне с прикладу поданули. Нежданная находка. Как угодно. А завалили его, да? Да хрен он, я даже не понял. Да, завалили его или нет? Он валяется. Я заряжаю. Все, идем тогда дальше. Ты не берешь пулемет? А у него огнемет. А. Да он как не очень, огнемет надо в лесу где-нибудь. Там нет прицов или что-нибудь. Вот патроны. Вот патроны. Патроны пош надо. Либо надо запас большой топлива. Патроны. Гранаток вот надо, я все выкинул на этого дурака. Все, я готов. Вот справа граната, видишь, это значит. А, ага. Черт, эти сволочи быстро работают! Пошли! Пора за дело! Берегитесь, сюда плывут лодки! Нам на корабль надо. Я в воду свалился, ё-моё, как мне быть-то теперь? А вон лестница, да. Японский городовой. Быстрее! Блин, сзади, Паша, сзади! Осторожно!
Ах ты! Еще этим упыри тут. Бляха-муха, тут вообще вилы. Да бляха. Все, вальнул меня кто-то. Хрен с автоматом, Паша. Этот железный дровосек идет сзади, 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 сзади. Ё-моё. Да все, каюк походу. Все, каюк. Попудово каюк. Все. Все. Трындец, блин. Их тут как говна просто. Так, возьму-ка я ближний бой. Просто говномес, блин, какой-то жесткий, слушай. Нежданно, негаданно. Можно добраться до доков, пока не поздно. Чересчур тут прям. Да, да, просто может мы рано пошли, надо было их тут, тут добить, их надо как-то потихой тут. Сейчас протащим. Видел, да, как прям вставил? Да ты вообще как этот, как швейная машинка, чуть горишь. На вот с другим прям. А, кстати, автомат, ё-моё. Автомат-то я не взял. Я почти пуст. Патроны! Я заряжаю! Я еще заряжаюсь, Паша. Отступай, если что. Идет здоровячок. Здоровячок, здоровячок уже лежит. Нет, еще стоит. Все. Лежит. А этого... Эх ты, я его зарезать хотел. Он сейчас до угла добежит, я ему так из угла нож чик воткнул. Как Рэмбо. Так, сейчас. Ой-ой-ой. Сейчас надо нам туда сильно не рваться. А то нам там быстро натаскают. Я думал, может сразу на корабле сесть, укрепиться там. Да, думаешь, прокатит? Мне кажется, надо, может быть, побегать, тут их поколбасить и этого дурака вытащить сюда. Ну, может, да, попробуй. И все, сейчас побежали. Обратно. Обратно побежали. Катер. Нам надо как катер охранять. Видишь, в чем дело? Они будут сейчас понимать. Вон идет уже дурак этот. Надо на катер сделать лучше. Тут пулемет есть. О, вот это решение проблем. Ой-ой-ой, все, меня тут режут. Все, Паша, меня тут нарезают уже. Все. Убегай, прячься, Диман. По-другому не выжить. Все, я умираю. Идет он на тебя, этот вообще жесть, слушай. Давай, давай, Паша, колбась, убей их всех. Блин, вообще их тут как тараканов, слушай, вообще. Не, наверное. Вот здесь надо укрепляться вообще нормально. Все, все. Надо все. Вдвоем, я одному сложно. Ну да, надо как бы. Короче, в конце укрепляться, только надо катер сбоку снести сначала. Надо на катер запрыгнуть, наверное. Нет, там лодка резиновая приплывает. Ее надо взорвать. Двадцать первый уровень у меня. По инвентарю. Фига себе, у тебя же должен быть этот глушак. Зарядился я. Готов. Один еще. Блин, пой, автомат, 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 ё-моё. Пропал. Нифига себе. Я почти на нуле. Куда он умысл прихода? Да? Ну, я как-то увернулся и зарезал. Так,
Пойду я перезаряжу. Я готов. А где здоровячок-то? Да не знаю, по идее должен быть уже. Вот он, блин. Подожди, мальчика. Оп, полетело. Полетело. Все, добили. 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 Патроны, патроны, Паша. А то дальше тут тоже есть. Я лучше сразу возьму. Слушай, надо, знать что-то позицию какую-то наверху может найти. Умирай давай. Я заряжаю. Там видишь, что они катер будут ломать, надо его охранять. Самое неприятное. Вот есть наверху в домик можно залезть сюда на крышу. У нас тут взрывчатка, эти сволочи быстро работают. Пошли, вон видишь? Пора за дело. Ну давай попробуем. Берегите, сюда плывут лодки. Ой, я не успеваю. Тут медикаменты есть, кстати. Все, я в домике. Главное, чтобы нас бомбами тут не закидали, блин, вот что. Нормально, я его. Он к нам идет, Паша, и берем батон. Слушай, он здесь. Да? Отходи, отходи! Убегай, Диман, ты чё? Он тебя там сейчас присадил. А, во, он за мной пошел. Все, я его грохнул. Я его грохнул, грохнул. Ну-ка, не пробуй, ты можешь, гады. Все, теперь катер надо. Еще я вижу, как эта собака бешеная. Ну да, здесь, кстати, удачная позиция. О, кто-то хорошо. Кто-то хорошо им втащил. Это ты, а это ты. Прям нормально тогда. Ай-яй-яй-яй-яй, меня сейчас положено. Я не понимаю, кто откуда. Все, полепался. Одна пуля. В домике. Справа идет. Вот. Ого. Блин, опять этот хрен с автоматом, Паша, уходим, 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 уходим. Сзади, сзади, сзади. Все, лежит. Патроны прямо здесь, кстати. Мне лечиться, лечиться надо мне. Вот они, патроны. Ща. Я понял. Блин, этот чё гандурас тут делает? На-ка тебе. Пойду-ка я починю лодочку, а. Ой, Паша. Все, вроде прикрыл тебя. Всё, ништяк, лодка целая. Фух, слушай, вообще что тут как-то вообще просто мясо, да? Да, да ладно, да вообще жестко, слушай. Такого что-то не было, такого прям жесткого прохода, да, со всех сторон. Вот и все. Две железяки еще. Еще будет это. Еще не вернулись сраный цивилизованный. Глава, он, наверное, будет вращал. Ну как пес, который пометил территорию и не может ее найти. Да ладно, на лодке поедем. Не думаю, что мы. Да надеюсь. Опять в ролике, наверное, да? Да, все. Да ладно, неужели опять мы на лодку попали? В ролике поплавали. А то мы только защищаем. Да, ну все, нормально, прокатили нас, все, можно теперь, все, капитан. Все, мы закончили, ребят, прохождение этого этапа. Алло.
Паша тут? Смотрите продолжение. Да, смотрите продолжение. Я так понимаю, там заключительная будет серия, да? Заключительная, будет последняя глава осталась. И будем искать что-то новое на прохождение. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, на наши группы, ставьте лайки, делитесь видосами. Всем удачного просмотра и всем пока. Всем пока.